1960 жылы теміртау қаласында магнит әдеби бірлестігі құрылды оның құрамына поэзия мен прозада өздерін сынап жүрген теміртауықтар кірді әр кезеңде бірлестіктің қатысушылары евгений Аксиненко, дмитрий оскин яков захаров эдуард широкобородов леонид шупиков григорий григоряди Любов шашкова және басқалары болды магнит әдеби бірлестігі үш ұжымдық жинақ шығарды Он до тимиртау магниткаса Казахстан-магниткасы, мин тағдарымен сезимдеры жрланды. заман заманмен хазыргы магнитиктерге арналады. Кирпичный дом, с ним рядом шлакоблочный, Редком лотком навек, наверняка, А чуть поодаль, будто бы нарочно, Саманное жилище степняка. Его не обойти и не объехать, И не пустить, как прошлое, на слом. Сидит старик, шубей, как верху мехом, Беседует на солнышке с козлом. Кудлатый пес, во сне раскинув лапы, Лежит у ног, шумит вдали река, Стоит козел, закусывает шляпой И преданно глядит на старика. Над ними коршун в чистом небе рыщет, В какой-то миг на жертву упадет, Ребенок в степь ушел, его не ищут, степняк в своем краю не пропадет.